Пацаны, вентиляции мочу вас, вы даже не видите, как я отсюда. Там же дырочки есть, я с дырки фигачу. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пика, Куёко, Радекс, пацаны, поздравайтесь. Всем здорово. Сегодня мы записываем крутецкую рубрику «Аниматроники пугают охранника» на очень крутой карте. Кто помнит эту карту, плюсик в комментариях, или мы помним. Если вы текушите, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться, угорать, и я буду сегодня всех мочить, потому что я буду злым аниматроником. Поехали. Так, пацаны, готовьтесь, сегодня я буду очень Вы что, Это была проверка. Проверка прошла успешно. Ну, в принципе, я не зашел. Давайте так, я буду убивать тогда, когда я захожу в офис. Если я не захожу в офис, я вас не убиваю. Так, ребятушки. Кстати, сегодня обновили пилпак на Security Breach. Я не знаю, что там обновили, но будем вместе с вами смотреть. Может, что-то и увидим. Или, как всегда, их делали так, чтобы они были оптимизированы. Так, странно. Вот это я не помню. Колбасик как-то мне очень странно. Пацаны, вы помните, что так раньше было или нет? Нет. А, это когда-то... Это, походу, ты его фоткаешь, что ли? Так, на правую кнопку я исчезать не могу. Давайте сейчас проверим, будет работать этот. О, дискотека работает, смотрите. Танцуют все. Привет. Давай. Хорошо. Ага, кстати, это медленный аниматроник. Сейчас мы будем немножко быстрее, ребята, брать. Поэтому сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А где Радекс? Что она говорит? А ну-ка, переведите. Не-не-не, я к тебе не пойду. О, поломанная. Хорю-хорю. Так, хорошо. А, в принципе, я быстро бегаю. Ай, блин, не успел. Так, ребята, сейчас моя цель их как-то обмануть и, конечно же, пугать. Очень сильно пугать их надо. Я зашел, пацаны. Так, давайте, постараемся еще раз. Ребята, вы чего? А у вас там камеры есть или нет? Я уже не помню. У нас ситуация, Дим. Так, у вас нету там ни экранов, ничего, вы не можете камеры смотреть. Радекс, ну ты крыск. Кстати, ребята, здесь вентиляция, я вам потом покажу. Возьму плюш-трапа. Буду жестко с вентиляцией пугать. Все меняется. Эй, а где еще два охранника? Вы чего? Ах, вы меня кинули. Ага. А вы где? А, вижу, одного убил. Еще одного убил. Все, всех нашел, ребята. Или не всех, еще где-то один шкерится. Нет. Я тебя увидел. Ты думал, от меня зашкерится? Да. Дима, ты что, меня не увидел, что ли? Увидел. О, привет. Дим, привет. А, не увидел, значит. Подожди. Ой, побежали. Туда. Не туда. Блин, классно играть за аниматроника. Чувствуется такая мощь. Ага, когда мы играем. Как дверь открыла? А что дверь реально открывается у вас сама по себе? А вы не можете их вечно держать открытыми, да? Или закрытыми? А давайте проверим, она откроется сейчас или нет. Ну-ка. Если сейчас откроется, сразу зайду и замочу их. Кто там по мне стреляет? Ты умрешь. Поверь, ты умрешь. Эй, что, простреливается, что ли? Осторожно, ты же оружием пользоваться не умеешь. Тихо, он сюда побежал. Пиццу будешь? Я тебя увидел. Нет, я пиццу не буду. Ты не успеешь. Радекс. Где он? Так, ребята, в этом ролике я буду брать разных аниматроников, так что сейчас я буду брать с другого пака. Маленького буду брать. Так, я понял. Так, давайте возьмем плюш-трапа. Вышел на охоту плюш-трап. Сейчас, ребята, вам покажу, что я могу еще на этой карте делать. Карта очень классная. На ней, кстати, можно записывать РП всякие разные, прикольные. Вы что там делаете? О! Вы что делаете? Я должен вас убивать! Эй, да что я упал с вентиляции? Решетка, короче, себе широкие дырки, проваливаюсь. Я его видел, Молодец, пацаны, вы сегодня хорошо играете, только наоборот. Отвали ты. Ну ты что,
гранату со спавна. Я не хочу делать. Вы чё, не умеете гранатами пользоваться, что ли? Опять. Так, да, ребятушки, проходим. Чинг. Смотрите, как прикольно все это видно. Я тебя увидел! Классно, да, можно пробираться в разные места? Офигенно сделана карта, очень круто. Ты чё, слышишь? Я тебе, знаешь, куда-то дробовик засуну? Отвали от меня! Не бей. Надо бежать, кстати, жизни не так уж и много вынесли. Нет, только попробуй. Ты умрёшь. Ты умрёшь. Ты даже ни разу не попал пригвождателем, настолько ты кончено стреляешь. Блин, уйди отсюда. Так, вижу, вижу. А, я знаю. Вижу жертву. Отлично. А ты что там устроил? Вы поставили, короче, эти лазерные гранаты, это я их обычно ставлю. Но они не берут, потому что у меня даже уши. А не, голова проходит, только странно, что они не срабатывают. Слышь, ты! Паркурист! Не работают, кстати, твои эти штуковины. Не сработали, отлично. Да уйди, я там. Буду знать, кстати, что плюш-трап не пригвождается вообще ничем. Это очень круто, очень. Я знаю, чем можно. Вот, вот это оружие тоже. Опа. Не смог. Пацан, ой-ой-ой, вы что, друг друга убиваете? Ха-ха, молодцы! Вы работу делаете за меня, выполняете, красавчики. Отвалите. Бежать некуда. Отлично, отлично, ребята. Ну что, теперь это мой офис. Эй, ты как попадаешь, тварь? Потому что тут... Я вас стол украл. А вот так ты не попадешь. Ой, попадаешь чуть-чуть. Ха-ха, вы друг друга убиваете. Молодец. Хорошо, Дим, тогда поступай по-другому. Да. Есть. Еще, 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 еще. Пацаны, вы что, не на того нарвались? Хорошо, пацаны. Выходит очень мощный аниматроник. Не надо, дядя. Они бейте. Это лично. Не аниматроник. Будет аниматроник. А кто это? Сзади идет, идет. Успел, 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 Володчик. Вы что, подожгли здесь новую пиццерию, потом ремонт делать? Мы ж в аренду брали. Жестко, да, я смочу вас? Ой, у меня ляжки горят. Так, выходим. Кстати, карта очень здоровенная, ребята. Здесь реально можно очень круто поиграть. О, а дверь-то не убивает, Дим. Дверь не убивает, да. Ах, жаль. И здесь можно зайти? Привет, а вот, Дим. Можно сюда зайти. Знаете, что в эту пиццерию можно с разных мест заходить? Ого, жизнь не отнял. Прекращай, ты чего? Ой-ой-ой. Вы что, решили меня убить? Если вы убьете, придет босс. Не надо. А босс очень жесткий, очень будет мочить вас. Пожалуйста. Так, 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 надо зашкериться, то они эти вонючие шары забросали уже всю пиццерию. Короче, вот здесь это... постоим. Ау. Классно не играют, друг друга мочат и все, мне это нравится. Пойдет, пойдет. Жестко, жестко. Так, а у него нету других режимов, только один режим. Пусть они там постреляют, повоюют, а я потом убью их. Кстати, у меня осталось 1800 жизней. Из 5000. Из 10000. А вы, Дима, теперь ты не пройдешь. Зря. Ты зря. Не пройдешь. Как это не пройду? Я уже иду. Давай. Это вам же те разы. Вы должны в офисе сидеть, вы чё ходите по пиццерии? Я буду вас так делать, что вы даже не выйдете с офиса. Кого вижу не в офисе, буду мочить сразу. Ну чё, чипич. Дима, ну ты по левой-то двери не сможешь пройти? Нет, по левой не смогу, потому что ты зараза. Да пропусти меня! Да ты как? Куёка молодец, красавчик. Ого, тут лампу колбасит, что за дискотека? Так, наказал. Кандидата. Все, граната сошла ваша. О, почему? О, дверь открыта. Куяка, что ты творишь? Куяка, ты не умеешь использовать эти оружки?
Умею, только по ней встали. Так, я могу разговаривать? Нет, это не разговаривает. Да где ты? О! Да со жопой! Извини, извините-ка, надо было. Дим, ты куда побежал? Дима, откройте дверь! Она тебя не спасет! Ура, то, что меня монетка не спасет. Ладно, не спасет. Тихая смерть. Давай, иди туда, Дим. Эй, придавили! А я пройду, пацаны, постараюсь пройти как-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я жопу нюхаю. Не могу пройти, ну все, прощайте. Нет, не прощайте. Я Мишка Фредди. Пацаны вообще какие-то сегодня жесткие. А вот Дима. Я Мишка Фредди. Ты должен умереть. Вот, вы же не в офисе были. Те, кто не в офисе, умирают сразу. Прикольно, ты стрельнул, только немножко косожопа. О, смотрите, хорошая тактика. Так что будет выходить пытаться, я буду сразу замачивать их. Вымачивать. Давай, Дим, зайди в правую дверь. Пика, твой вонючий шар меня ранил. Ого, вы чем стреляете там? О, у нас сейчас будет луна. It's past your bedtime. Нет, так, они же думают, что я только один вход, а я сейчас с другого входа зайду. Не бейте меня. Вы чё, психи? Ага. Дим, я заиграл. А! Что за оружие? Это читерское оружие. Чё за читер? А, вот так вы со мной заговорили. Эх, жалко, не взять читерский. Я знаю, ребята, какой я сейчас возьму аниматроника. У него 1 миллион жизней. Ну не надо. Это тебя не спасет. Ты думаешь? Да. А где он? Вы слышите? Что это? Ну ладно, на лифте кататься. Дим, ко мне это ты не пройдешь. Ты сам себя убил или я тебя убил? Я так и не куда понял. Куда не сможешь рады, ты куда сидишь? Я тебя понял, ты невидимый. Я невидимый, да. Даешь. Я просто понял, что с вами только так надо. Вы же объявили мне войну. Я хотел с вами нормально поиграть, а вы вот такое делаете. Да, мы бессовестны. Я вам сейчас совести добавлю, не переживай. Ну не на. Ой, какой-то чурбан. Ты оружие не можешь использовать, я тебя буду за это мочить. О, ребята, смотрите, какая хорошая тактика. Мы сейчас задохнем. Ничего, у меня настолько много жизни, что у меня эта граната даже и незаметно, как тратит жизни. Ой-ой-ой-ой-ой. Да вы что делаете? Все красное. Так, Радекс, не умеешь использовать оружие, не используй. Дима, ты где? Я? Я убиваю вас. Посмотрите на ролике, как я вас мочу. Ну нафиг, надо валить. Пацаны, вентиляции. Давай, туши, давай. Давай, давай, туши, туши, туши. Отлично. Слушай, Дим, есть, конечно, одно оружие, прям вот класс, да, одно... Да тихо, Радекс. Что за кнопка? Она делает... А, открывает дверь, я вижу. Не да. Получилось. От этого аниматроника есть скример или нету? Нет. Смотрите, хотите, какой мощный мужик вышел. А его вот такое оружие. Радекс. Пойдет, пойдет. Пацаны, я вентиляции мочу вас, вы даже не видите, как я отсюда... Там же дырочки есть, я с дырки фигачу. Красиво ты себя убил, мне нравится. Да, пацаны, сразу вижу, играю с профессионалами. Прям хорошо вы играете. Радость, ну хватит стоять. Ты чё целишься в мою сторону? Чуть не убил меня. А где он, Кьёка? А вот там, в этой дырке. Блин, я не могу двигаться, я застрял в этой дырке. Да слышь, хорош. Ой, блин, я палюсь. Ой-ой-ой, жизни тратятся. Да хорош, сейчас умру.
Блин, жизни тратятся. Кто стреляет откуда? Сейчас умру. Я увидел! Я не был вентиляции! Я вас дурил! Вы что, всю пиццерию подожгли, что ли? Хорош! Блин, это веселье! Это сильное веселье! Так, надо валить! Хорошо, что у меня жизни очень много! Но я думаю, что тем оружием петушиным ты бы меня убил! А карта лагает аж, вы что делаете? Не подходите ко мне. Вот это мощно, пацаны, меня хотят убить. Вы что делаете? Да прекращайте! Два прохода есть. Я не могу зайти и выйти, ничего не могу. Так, сейчас мы им сделаем. Сейчас, ребята. Бомба? Я вас газом затравлю сейчас. Все жестко взрывается. У меня-то жизни много. Кстати, давайте напалмовую бомбу, чтобы сгорело все. Ой-ой-ой, все горит. Ребята, подожгли мы неплохо пиццерию, это вообще жестко. Давайте еще. Вот, есть побольше напалмовая бомба. А! Ты откуда стреляешь? Ой-ой-ой! Это была мега мощная бомба. Еще. Давайте еще добавим. Раз они меня объявили войну, я буду тоже и войну объявлять. Прощайте, пацаны. Дима, а если я... Прощай. Давай. Только им уже помочь мне. Нет, не надо, я же проиграю. Погоди, называется ядерное оружие. Так, давай, я вам пока тут напалмовые бомбы спамню. О, все, лимит сработал. Слушай, давай ядерки, вот пойму один раз. Это жесть, вот это все горит. Сейчас еще одна взорвется. Или это все взорвались? Блин, ну карта очень оптимизировала. Должна же была вылететь, но не вылетела. А, вот это не ядерка. Не, это не ядерка. Так, у нас еще вот такая вот есть. Давайте что-нибудь помощнее жахнем. Давай, Дима. Я умер! Да. Опа. А чем вы убили меня? Админским петухом. Админский петух, ты что, взял по своему характеру оружие? Это не я взял, это Радекс. Все, я разозлился. Дим, сейчас разозлился. Я очень сильно разозлился, очень. Давай поехали, я возьму. Так, сейчас я им устрою райскую жизнь. Вы думаете, просто так все, да? Нет, я так это не оставлю. Я останусь жив, потому что это не очень мощная бомба. А нет, не забирай свои слова назад. Сейчас еще будет взрыв. Не надо. А не будет. Ой-ой-ой. Не надо. Тихо. Ты че такое мощное оружие взял? Надо валить отсюда, жизни тратятся. Быстрее. 1%. Ай-яй-яй. Давай. Быстрее, надо валить отсюда. Один. Эй, я живой. А нет. Ой, я сквозь карту пролетел. Нет. Все, пацаны, я лечу в небытие. Дима, ты что, живой? Нет, я умер, я лечу. Ты летишь. Вот это... Я, короче, улетел в черную дыру. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Четко. Как всегда, поломали гайсфон.